Явление шизофазии заключается в том, что предложение построено правильно, но собрание становится совершенно бессмысленным. Родился на улице Герцен, астрономия номер 22, известный экономист, по призванию своему библиотека, в народе колхозник, в магазине продавец. Экономики, государственная система, в составе 120 денег. Фотографируете нормально, получаете те же деньги. Бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотеки. Ну что не воздух будет, а как денег будет? Ну вот можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным Марсом, можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. Значит, после физики пойдет одна величина. А ты где лежал? На 15 никто не бил. Ну, да, лежал. Тоже обижаешь? А больше тебя обижают? Ну, что? Может быть, ты себя как-то неправильно ведешь? Не надо. Не надо. Хорошо. Значит, на стране для хорошая, да? Сколько лет тебе? 19. 19? В каком году родился? В 76-м, 19-м. Антон, какое у тебя образование? Никакого. То есть? Я диплом сделал так. Каких-нибудь книг, там, «Три мушкетера». Нет, только «Три века Боисинского Ярослава». Ой, боже мой, а тебе? Ну, там будет ничего. Да, нет, ну, про Ярослава мы не будем сразу обсуждать. У нас почему-то очень такой интересует. Ты все время девочками интересуешься, да? Так, ну ладно. Антон, а ты, давно был? Да. А чем ты? Шизуха. А что это такое? А что это такое? Ну что, коллеги, вы подавали эти боли, стал дураком? Да? Я вам люблю и петь, и стал дураком. Так, ну ладно. Показывать нас будут? Где? По телевизору. Нет, по телевизору не будут пока. Вроде бы показывать. Только вот для врачей. Так, Антон, а...